Приветствую вас, друзья! Я сегодня приехал, на самом деле, снять обзор на своем полигоне, посмотреть на интересный металлоискатель. Это знаменитый прибор Technetics T2+. Это оригинал. Привезен он был из Соединенных Штатов одним моим хорошим другом. Я, как видите, заказал на него чехлы. Чехол на блок. Есть еще чехол на сам детектор, это блок батарей, есть чехол на блок металлоискателя. И сделал уже с ним несколько выходов. Довольно интересный прибор. Чем T2+ отличается от обычного T2? Да, есть разные версии. Есть T2, T2 Green Edition, зеленая версия, есть какие-то Special Edition и прочее. Так вот, T2+, это обычный Green Edition T2, в который добавлен Boost Process. То есть этот процесс, он более такой чуткий, я бы сказал, к мелочи. Написано в инструкции на английском языке так, что буст-процесс сделан для того, что в случае, если вы ищете в местах, где есть высокая трава, например, или на поле, где стоит стерня, выключаете буст-процесс и не теряете из-за этого глубину. Но, честно сказать, я не видел большого смысла не использовать этот режим во время обычного копа на поле. Я, к примеру, приходил на поле, ставил буст-процесс, была низкая трава или там распашечка, и совершенно отлично этот буст-процесс работал и ловил всякую мелочь. Но давайте в целом вернемся к истории Technetics T2. Да, вроде бы, как говорится, у меня такой интересный канал, я делаю разные и обзоры, и тесты на новинки металлоискателей, на всякие, все, что новое выходит. В 2018 там эквиноксы вышли, новые GoFind, Noct Amphibia, такие металлоискатели, Garrett S400. T2 это, конечно, прибор-легенда. Вот смотрю я сейчас на его цену в России, да, там он стоил в районе 29-30 тысяч, если не ошибаюсь, 33 тысячи примерно рублей. А я скажу, что в этой цене хороших приборов, которые могли бы сильно посостязаться с Т2, особенно и нету. По нескольким причинам. Цена, производительность этого прибора, простота в использовании и все-таки та глубина, которую дает этот прибор, та чуйка к мелочи, который есть у этого прибора. Да, это не современная какая-то там мегатехнология, но в основном все эти технологии, они, наверное, создаются больше маркетологами, а не инженерами. Инженеры лишь меняют какие-то параметры, делают его более чувствительными. И, как вы понимаете, баланс в создании идеального металлоискателя, его достичь сложно, потому что или ты даешь максимальную чуйку, подаешь много тока на катушку, да, еще как-то фильтрацию меняешь. И тут же при этом ты получаешь негативные факторы от улучшения этих параметров. Негативные факторы могут быть такие, что, например, прибор будет хорошо работать на нейтральных грунтах. Вы придете на нейтральный грунт, и у вас будут совершенно высокие показатели и глубины, и чувствительности. Но только стоит вам попасть на место с грунтом похуже, как сразу же прибор перестанет себя адекватно вести. То же самое будет с прибором, если будут находиться рядом помехи. Другие металлоискатели, высоковольтные линии, например, мобильный телефон в кармане. Все это создаст дополнительные проблемы для работы с вашим металлоискателем. Поэтому, как я говорю, оптимального баланса достичь сложно, но в Technetics T2 этот оптимальный баланс сделан. И T2+, с режимом Boost, он даже стал еще интереснее, чем обычный T2. Ну, я не знаю, у нас его в Европе мало в продаже, я видел. В Великобритании видел, продают. В России что-то, ну, по-моему, или два видео делал AMD Region, но тоже у них как-то не очень пошло. Не стали они объяснять, почему этот прибор такой интересный и чем он, например, лучше или хуже остальных. Ну, это понятно, всем надо продавать и деньги зарабатывать. Тоже верно. Но я скажу так, что в этой цене, как стоит даже обычный Equinox, ой, не какой Equinox, у меня Equinox один на уме, обычный Technetics T2, как он стоит, эта цена очень хорошая. Вообще, прибор сам по себе старый, легендарный, он очень легкий, штанга здесь хорошая, баланс замечательный. Вот. Сама
Штанга отлично сбалансирована, как видите, в том месте, где и нужно. Центр тяжести тут очень хороший. Видите, не совсем на рукоятке, чуть-чуть ближе к катушке, как и надо. Это значит, что подлокотник чуть-чуть тяжелый и катушка чуть-чуть тяжелая. Из-за этого ваша рука не так сильно устанет во время копа. Подлокотник тут, что интересно, можно самому подгонять под свою руку. Он металлический, вы можете его разгибать, сгибать, ничего с ним не будет. Батарейный отсек здесь 4 батарейки 2А. Я ставил аккумуляторы. Самое простое, что можно было достичь. Кнопка включения и выключения здесь, она же кнопка громкости. Очень удобно. По сборке есть, конечно, некоторые вещи, которые мне немного не нравятся. Это, к примеру, болты для ушей катушки. Они иногда терялись у меня. Все-таки я в итоге это находил обратно. Эти болты прикручивал. Катушка выглядит немного хлипкой, но в целом она вполне достаточная, и при этом производитель заверяет, что она водонепроницаемая. Провод хорошего качества, нормальный. Я бы что бы рекомендовал, если уж покупаете дешевый Т2, да, например, то берите его сразу же с дополнительной катушкой. Возьмите тот же NEL, например, NEL Hunter, NEL Tornado, и глубина вырастет на порядок. И катушка будет посолиднее, посерьезнее. Ну и в весе вы не сильно проиграете. Частота здесь такая, какая нужна для большинства копателей. 13 кГц. Почему 13? Вот, например, смотрели вы Garrett AT Pro и Garrett AT Max. AT Pro работает, по-моему, на 14, а AT Max на 13 с копейками, с чем-то. 13,8, если не ошибаюсь, или 13,5. Garrett посчитал, что 13 кГц это самая оптимальная частота для универсального поиска. То есть, если вы хотите искать средние и крупные монеты на нормальной глубине, и при этом хотите цеплять мелочь, ту же самую чешую, уделки, разная маленькая металлопластика, тоже на нормальной глубине. 13 кГц – это такой оптимальный вариант. Да, есть другие металлоискатели многочастотные, но тут надо все-таки думать. Многочастотность имеет и свои плюсы, и минусы, и это не полная панацея для копа и для приборного поиска. Давайте теперь посмотрим на настройки, как работает этот металлоискатель и как его можно быстро и легко настроить. Погнали! Итак, друзья, Technetics Т2. Включаем. Сначала высвечивается его серийный номер. Первые две цифры – это месяц и год изготовления. В моем случае это февраль 2018 года. Смотрим. Показатель VDI здесь очень простой. От 0 до 99. То есть от 0 до примерно 40 это черный металл, да? Все остальное это уже цветные металлы. Затем идет шкала идентификации, примерно что входит, но она актуальна для Соединенных Штатов. Показатель заряда батареи. У нас батарея полная, мы будем делать тест на полной батарее. Дальше идет уровень примерно минерализации грунта. Здесь идут всякие ошибки, сообщения об ошибках, например, не вставлена катушка, низкий заряд батареи или еще какая-то проблема. Затем идет меню. Меню всего лишь два режима. Это All Metal, все металлы, и Discrim, режим дискриминации. Но не нужно думать, что на этом поисковые режимы заканчиваются. Можете здесь посмотреть. All Metal и Discrim. На самом деле режим дискриминации содержит в себе еще несколько подрежимов. Они спрятаны в настройке меню Number of Tones, то есть номера тонов. Давайте посмотрим сначала режим All Metal. Переключается режим просто. Нажимаете кнопку меню, и есть специальная крутилка. Но крутилка уже нужна именно для смены режима меню, да, показателя меню, и смены установки. То есть жмем, к примеру, на меню, вот он меняется, да, мы переходим. Теперь прокручиваем, мы включили All Metal. Чуйка регулируется, плюс-минус, как видите. Чуйку можно поставить на 99. Hume Level. Это на самом деле пороговый тон. Слышите, как он сильно стал гудеть. Пороговый тон можем убрать в минус. Пороговый тон можем уйти в плюс. Чтобы будет постоянно пищать. Режим и настройка порогового тона помогает нам находить мелкие и глубокие цели. То есть мы будем слышать или прерывание, или сам уже будут показатели звука и цифровые показатели VDI. Это Manual Ground Phase, то есть ручная фаза грунта. Мы настраиваем
грунт достаиваем уже, можно сказать, так как нам надо. Более тонкая, прецизионная настройка грунта. И тут он выдал нам ошибку. Смотрите. Pump coil to GC. То есть покачайте катушки, чтобы сделать баланс грунта. Но мы поменяем теперь режим на диск рим. Сразу же все стало тихо. Дискриминационные режимы, они более полны фильтров, так сказать. Здесь мы можем поменять чувствительность. Можем поставить 99. Слышите, какая тишина сразу же металлоискателя. Все потому, что в этом приборе есть двойной режим фильтрации. Затем мы можем поставить уровень дискриминации. Это где мы будем отсеивать все цели. Можно поставить до 80, это максимально. Минимально, это, естественно, 0. Ну, оставим 10, к примеру, да? Затем идет номер тонов. В номере тонов мы можем ставить, сколько тональностей у нас будет, на каких тонах будет работать металлоискатель. Вот, например, один тон, один плюс. Там немного другим звуком отзвучивается. Или черные, или цветные цели, я не помню. Два плюс, три тона, три би, то есть это battle cap. Battle cap он как-то по-другому будет озвучивать. Четыре тона, дельта пич. Дельта пич это простой режим, когда он озвучивает пичем, то есть более усиливается сигнал звука. Чтобы это понять, я сейчас сделаю вот так вот катушку и вот покажу вам, как работает дельта пич. Теперь BP, Boost Process. Это, собственно, и есть та новая настройка, почему Technetics назвали T2+. Настройка BP. Собственно, на ней мы и будем тестировать сегодня на полигоне наш металлоискатель. К тому же нужно не забыть о том, что здесь есть очень прикольный триггер. И когда вы жмете триггер от себя, курок, да, то вы переходите в режим баланса грунта. Как только вы переводите курок на себя, вы включаете режим pinpoint для более точного определения цели. И плюс в режиме pinpoint он еще показывает глубину цели. Все очень просто. Ну что же, надо испытать этот прибор на полигоне. Поехали. Я включил заново металлоискатель. И тестировать мы будем в режиме следующем. Дискриминация. Чуйку поставим. Например, 93. Режим дискриминации 10. Номер тонов BP. Boost. Возьмем чистое место и отстроимся от грунта. Как видите, от грунта отстраивается он очень просто и легко на любую цель. Ну что ж, здесь у нас лежит 5 копеек СССР, глубина от 5 до 35 сантиметров, года выпуска 81-83, обычные пятаки. Погнали. 5 сантиметров, ну очень легко и просто. 10, 15, 20, 25 сантиметров, 30 сантиметров. Так, СССР, 35 сантиметров взял. Так, следующая цель, это деньга, 1738 годов, глубины 25, 30, 35 сантиметров. Поехали, 25. Взял без проблем. Еле-еле цепляет. Можно сказать, что не взял, потому что не из прохода. 35. Тишина. Следующая цель. 2 копейки Александра I. Наполеонские войны. 1812 год. 25 сантиметров. Взял без проблем. 30 сантиметров без проблем.
35, тишина. Чешуя Петра Первого. Глубины 15, 17, 20 и 22 сантиметра. 15 сантиметров без проблем. 17 сантиметров без проблем. 20 что-то в чернину закидывает, еле-еле проходит. Можно сказать, не взял. 22 очень сложно. Очень сложно. Затем новая цель, кладуха монет в глиняном горшочке небольшом на глубине 60 сантиметров с прохода. Копает, берет, закидыванием в черный немного. Но в целом сигнал хороший. Копаемый. Попробуем с другой стороны. Двусторонний, да, он уже зависит от вас, будете вы копать такую цель или нет. Теперь сложные цели. 5 копеек Екатерины II на глубине 47 сантиметров с прохода. Тишина. Пять копеек Николая II на глубине 35 сантиметров. Это был мусор. Тишина. Попробуем его в режиме все металлы. Он даже показывает ВДИ 97. Берем шишки. В режиме все металлы слабенько, но берет. А что будет в режиме все металлы с копейками, 5 копейками Екатерины II? Ну вот, перерывание есть. ВДИ показывает. Небольшой. 98 и прочее. В целом что-то есть. Поставим дальше меню Discrim. Настройки все те же самые. Немецкая каска на глубине 1,30 м. Режим дискриминации. Без проблем. Посмотрим, как этот металлоискатель будет справляться с разделением близлежащих цветных целей. С разделением тут проблем нет. Ну что можно в целом сказать про этот металлоискатель? В основном все основные цели он взял. Не взял особенно трудные, но и те цели были вполне достижимы в режиме все металлы. То есть опять же таки надо знать, как им пользоваться. И если место перспективное, то есть смысл переключиться на все металлы, сделать более точную подстройку баланса грунта и затем уже медленно ходить и довыбивать вашу площадку, на которой есть много исторических ценных находок. Как видите, старый прибор, уже больше 10 лет ему, если я не ошибаюсь, и до сих пор не уступает всем топовым современным моделям. Да, режим Boost добавил немного глубины, но все равно самый глубокий режим был и остается
режим все металлы. Вот такие новости, друзья. Поэтому Т2 еще до сих пор занимает очень хорошие и сильные позиции. Его можно рекомендовать, его можно брать как первый прибор. Его настраивать очень легко. Пускай он даже каждый раз сбрасывает настройки обратно на заводские. Как вы видели, настройка его на ходовые настройки для копа занимает буквально несколько нажатий кнопки и прокрутки. У меня, когда я приезжал на новое место с этим металлоискателем, его настройка не занимала больше, чем, не знаю, секунд 10-15. Быстренько выставил, баланс грунта сделал и пошел. Простой прибор, проще нет и проще не придумываешь. Поэтому всем удачи, копайте, не пуха и все хорошо. Пока!